еще одна жертва русского мира. Маленький ослик. Один и тому же бегал. И сына со своими друзьями. Тепер так. Нові втрати. Шотландська корова вбита. Сегодняшняя утренняя обстрела. Здесь экопарк просто усеян бомбежкой. Просто нереально много бомбили в этот раз. Сегодня могу сказать харьковчанам, что парка больше нет. После вчерашнего массированного обстрела разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура. Если будет найдена какая-то идея, может быть, кого-то и спасем. Сегодня мы с таким вот дружком выбираемся с обстрелянного экопарка. Обстреляли очень сильно, много животных лежит. Дорогие друзья, сегодня спасли 5 львов. Все равно были обстрелы, но ребята молодцы. Сюда иди, маленький. Давай, 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 давай. Все, вышел. Процесс начат. Идем к поставленной задаче.